федеральный проект безопасной качественной дороги, поэтому идет он под многоступенчатым контролем. В настоящий момент к нам приехала ПКО «Сибавтодор». Это представитель Росавтодора, как раз федеральной структуры, который является одним из участников и кураторов приоритетного проекта безопасной качественной дороги. Они осуществляют внешний контроль качества. Что мы вместе смотрим? В настоящий момент мы берем вырубки асфальта в местах и в последующем проводятся его лабораторные испытания. По результатам испытаний мы уже видим, какой асфальт, когда он был уложен, правильно ли коэффициент уплотнения и соответствует ли он тем показателям, предусмотренным проектной и рабочей документацией. Сейчас эта работа проводится. Помимо этого, сегодня привезли еще несколько новых приборов. Это прибор по коэффициенту сцепления асфальта. Как раз этот коэффициент для нас очень важен. Когда мы с вами едем, если коэффициент не соответствует нормативу, то тормозной путь у нас увеличивается и, соответственно, не обеспечивается безопасность дорожного движения.